коротко. Я ваша давняя поклонница. Ребята, вы такие красивые, вы такие молодые, вы такие разные, вы такие праздничные, такие фееричные. Спасибо вам огромное за то, что вы дарите нам этот праздник, праздник музыки. Я вас люблю, мы вас любим. Спасибо. Валерию Шастаеву. Итак, слово музыки. Во втором отделении вас ждут джазовые транскрипции Игоря Дмитриева, большого друга филармоника квартета. Они созданы для необычного состава, классический квартет и джазовое трио. Вам предстоит погрузиться в атмосферу легкости и радостного музицирования. Итак, на сцене филармоника квартет и джазовое трио Игоря Дмитриева. Игорь Дмитриев — рояль, Дмитрий Олеченко — контрабас, Евгений Суворов — ударный. Thank you.
теперь следующее, мы уже движемся в сторону джаза, и следующее мы сыграем фактически джазовое произведение, но этот композитор очень не любил, когда его, как сейчас говорится, позиционировали как джазового композитора. Он сказал, нет, я просто пишу музыку, там, а джаз, а не джаз. Это, конечно, Дюк Эллингтон, и композиция называется «Rockin' in Rhythm», «Качаясь в ритме». Thank you.
Александром Рафаэлевичем. Сегодня юбилейный концерт, и на юбилей не принято приходить без подарков. Вот таким подарком от нашего трио будет следующая композиция, которая была написана специально к этому вечеру. Это транскрипция бразильской песни популярного композитора из Рио-де-Жанейро Жао Донат, которая называется «Амазонос». Я хотел перевести это название на русский язык, естественно, полез в интернет, набрал там «Амазонос», значит, английскими буквами. И мне переводчик тут же с португальского совершенно тут же сразу же перевел. Полурусскими буквами написано «Амазонос».
филармоника, квартет, теперь в Амазонии. А теперь вещь, которая известна каждому джазовому музыканту и очень хорошо известна этому квартету уже в течение ряда лет, не буду уточнять сколько. Эту вещь мы играли и в Новосибирске, и в Академгородке, играли и на гастролях вместе с квартетом филармоника. Это знаменитая пьеса Чарли Паркера, которая называется «Билли Боунс Блюз».
Ну, когда мы его играли еще в советское время, правда, к сожалению, не с этим замечательным квартетом, мы это исполнение обычно посвящали Министерству автодорожного транспорта. Ну, сейчас я не знаю, как все это называется, потому что все время все меняется, выпускаются какие-то новые подзаконные акты, постановления и прочее. Поэтому я объявлю просто название. Это пьеса Дюка Эллингтона, которая называется «The Jeep is Jumping» – «Скачущий джип». Thank you.
исполнила тему «Бабин Соул», «Душа и тело». И я же честно исполнил тему «All the things you are», «Все в тебе». И Стас Овчинников в теме «Жизнь мастерей», это «Маскарад». Мне кажется, это уже поздравление с детьми, может быть, я вызвал наконец все-таки еще одно. Хотя бы помню. Нет, мне кажется, присоединиться не удастся. Потому что люди играли, например, человек чем-то там занимался. Все, теперь один покажу, на что способен. Вы не против? Знаешь, и ноты, и все такое, или слушатель просто, и не устаешь.
сейчас сыграем. Я, наверное, не буду даже объявлять ее название, потому что это будет оскорблением для такой знающей, понимающей аудитории. Thank you.
все заканчивается, но неумолимый ход времени диктует нам то, что сейчас будет исполнено произведение Тома Снайдера, которое называется «Аравийский шейх». Правдиво и искренне.
Станислав Овченников, Илья Шевченко, Оксана Анисимова. Ой, а вы слышите, да?